Шестер Смотрите Игнатий в русском стиле. Перед нами московское ярославское зодчество 15-16 веков. Храм богата месте построена колокольня. Внутри колокольни имеется чудом к окошникам. Распятие Иисуса. Это проходят сами вдоль колонна главную реку Петербурга. Европы. Справа по борту от нас самый большой камера. Самый первый научно-естественный музей России. А дворец зеленого цвета тоже справа стоит нашего города. Адмиралтейство. Это пятый по счету зимний дворец, построенный в Петербургской музей. Среди его коллекции даже дедушка русского флота. Самый первый бот Петра Первого, на котором совершался эпатичный детский. В Ложне находится знаменитый Пушкинский дом. Институт литературы Академии наук России, где собраны все рукописи для библиотеки Александра Пушкина рек России. Волхова, Невы. Как мы сейчас ненадолго покидаем Большую Неву, войдем в Кронверскую протоку и обойдем крепость с северной стороны. Высота 120, которую называли воротами смерти. Решетка строили с гранитной набережной Петербурга, синей набережной. Даша Михайлова, писал смерть князя Михаила Павловича, самого младшего. Давай, спасибо.
23 часа 05.